А на сцену поднимается команда «Красное-белое». Готовится «Сити-Си». Начинайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю нашу команду «Красное и белое» и наш проект «Сеть заправок для электромобилей Суперчарджер». Мы хотим реализовать наш проект в Приморском крае. Я думаю, очень мало из вас знает такой факт, что Приморский край – это абсолютный лидер России по количеству электромобилей. Однако есть проблема. У нас на весь Приморский край всего одна заправочная станция. Для сравнения, в Москве электромобилей чуть меньше, но там 30. Что предлагаем мы? Мы предлагаем на базе уже существующих решений создать сеть электрозаправок, которые мы будем размещать в местах, где люди паркуются более чем полчаса, чтобы хотя бы на четверть зарядить аккумуляторную батарею. Эти места могут быть торговые центры, кинотеатры, может быть, кафе какие-то. Также планируем работать с вновь вводимым жильем. Мы считаем, что нашими проектами, помимо озвученных ранее организаций, должен выступить как энергохолдинг, в частности, Русгидро, который широко представлен в Приморском крае. И мы очень хотим услышать от экспертов их оценку и принять помощь в виде совета. Спасибо. Спасибо большое за то, что особенно за то, что уложились и даже сэкономили время. Это была команда «Красное-белое».